Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, мы продолжаем играть в игру под названием Clash Royale. Естественно, мы все открываем, все, что нам нужно, все, что нам необходимо. Сундуки. Все, что нам необходимо, мы все открываем. Итак, у нас есть королевский турнир, пока мы его проходить не будем. Но давайте попробуем зайти в коронную лихорадку и там попробовать заработать коронки. Итак, целый выпуск я посвящу коронной лихорадке. Итак. Ой, блин. О, Жипадо Ви. О, у меня нет жизни никаких. Удачи. Стоямба! Куда ты припердолил, алё? Пошёл вон отсюда. Хорош! Ты чё тут это? Да. Блин. Хорош. Ничего, всё нормально. Дайте немножечко коцнуть. Запускаем Вальку сюда. Во, блин! Во, блин, нехорошо-то, а? Нет! Собака! Давай! Стой! Куда пошпендил? Осёл! Ну, ща хана. Всё. Прикончили тебя. Ты ж кет, а ты посмотри, как себя ведёт-то. Не, ну ненормально. Так. Ну... Что ты делаешь? Ну хорош, нет. Хотя бы нанесли, это уже радует. Немного, конечно, но тем не менее. Блин, конечно, опасаюсь я за свою державу, вот, за свое королевство, за свое величество, за свои башни. Куда ты лезешь, чтоб пошёл вон отсюда? Чатайм, да. Стоять. Кстати, берем на изи. Нет. Пошёл вон. Хорош. Сейчас мы тебя-то убьем. Да, раз, два. Летучие мышки. Нет. Козёл. Ты ж кадрон, ты... Пердон, ты пердоныч. Во, блин, а. Хотя бы на что-то немножко. Я понимаю, что... Шар, дракон. Блин, не успел. Зараза. Нет. Ты говнище, ты тупое, блин. Ну все, кабзда нам. А? Кабзда сейчас будет. Ну, я сказал. Тварь. Да, конечно. Куда? Стоять. Ну сейчас мы тебя всех зафигарим. Вот так. Так, блин, это не смешно. Вот бы мои миньончики были в тему на самом деле, потому что у миньончиков здоровья больше. Блин, нет, ты не управляй огонь! Хорош. Держимся, живем, терпим насилие от этих всех. О, нет, все. Жалко, но мы держались достойно. Да, отличная игра. Я считаю, что несмотря на отсутствие скинов, которые, в принципе, ну, как бы, кроме красоты, ничего особо не дают, ну, силы там какие-то и так далее, мы решили не выделываться, а просто показать ту игру, которую мы видим, которую мы шарим, которую мы умеем. Итак, ну, собственно, вы видите, да, скоро открывается, мы продолжаем, мы не унываем. Здорово. Удачи. Так, 9-й уровень. Так, казалось бы, все легко. Казалось бы, блин, все легко. Если бы не было так сейчас сложно. Куда? Нет. Я тебе сейчас дам он за.
Я сейчас дам Онзу. Нет! Только стрелы. Хорош! Ну, молодцом, ну, молодцом. Чего? Пошел вон. Чего ты там тут пытаешься меня уничтожить? Шкет-то, а? Чего он там пытался сделать, я вообще не понимаю. Да, хорошее, блин, улучшение, да? Ах, немножко. Так, ну-ка, дракоша, быстрее ползу сюда. Ползи сюда быстро. Все. Твою сейчас хлеборезку будем на прочность проверять. Стоять! Медик, да, медик. Да реально, колдун говнище, реально. То есть другого слова я не подберу. Стой, да куда быстрей, сейчас стил. Я тебе сейчас дам фэрплей. Ну, сейчас мы тебя... Хорошо. Чего? В смысле? Нет. Хорош. Вот это я понимаю. Вот это я теперь понимаю. Все. Официально обманул соперника. Послал его в одно место. И, собственно, будем эту защиту, что называется, не рушить, а просто-напросто... Быстрей! Ах, ты собака, ты такая, ты дрянь вонючая. Я тебе сейчас дам, ахахаха. Так, только стрелы. Блин. Жалко. Нет, говнище ты сраное под названием Пошел, нет, нельзя. Так, боремся до конца, боремся. Что он там пытается сделать? Так, ну-ка, сюда. Да блин, быстрее рожай. Меня сейчас все нахрен испарится сейчас. Соперники реально жесткие, я и так не могу никак справиться. Что соперники прям реально травят жестко. Нет, говно ты собачье. Ой, классно, блин. Ты лучше дракошу руби, блин. Стой! Шар! Ты слышишь, ты тварь такая, тварь, уходи отсюда, из нашей территории, блин. Я тебе сейчас дам щелтайм, уходи, сейчас тебе пощелкну по одному месту, ты придурок такой. Шелтайм, блин. Шелтайм. Стоять! Ну-ка, сейчас мы тебя трахнем в одно место, придурочная ты тварь. Стой, говно, ты обманул меня, ты срай такая. Ты обманул меня, придурок, ты конченый. Какого хрена, вот за что я не люблю Clash Royale, вот постоянно такая хрень возникает. Все время просто выражая негативные эмоции. Все время. Стелится под меня, что-то там пытается от меня сосать, что вы там хотите от меня узнать? Дайте мне хотя бы слабака какого-нибудь, я отдарею сразу. Нет, блин, давайте, 9-й уровень, наломай сразу на 10-й. Стоямба, куда побежал-то? О, кот что, блядь, вот ты туда. Кот что-то как сразу. Ха-ха, понятно. Все, хрен тебе, дорогой мой друг, хренушки. Так, не ведись. Подрывник сейчас уничтожит, что там собачье. Говно не успела. Хорош. Так, эти официально идут нахрен. Я сейчас кому-то тресну по одному месту. Хорош уже. Сдолбали реально. То один на меня пристанет, то другой на меня пристанет. Что это такое? Что за два болвана, которые пытаются меня изуродовать? Так, нет! Да
Ты просто легендарное дерьмо с колючками, которое пытается меня уничтожить, лишь бы не дать мне возможность хотя бы одну башенку здесь сварганить по разу. Кота! Куда ты поскакал? Куда поскакал? А он еще не дает скелетиков, ты посмотри, бразота какая. Он мне еще скелетиков не дает, ты бразота какая. Я тебе сейчас дам. Я еще по одному месту разыграю как следует. Посмотри ты на него, а. Какой наглый-то, а. Он еще наглость имеет на меня тут. Я тебе сейчас дам. Все, вали отсюда. Говно, он еще... Хорош? Быстрей! Хорош. Вот так. Хорошо. Ха-ха-ха! Говно ты какой! Все, сейчас кобзец придет. Сейчас кобзец придет. Раз, на изи, раз, сломал. Два, 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 три. Раз, два, 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 три. Все. Коснуло. Молодец. Молодец, коснуло. Хорошо. Стоять. Куда поскакал? Фигольтин, ты бегольтин. Давай, все. Уходи отсюда быстрее. Я сейчас уничтожим на раз-два. Давай, все. Абьюзер хренов. Хорош. Есть. Ай, жалко. Не успеем, конечно, жалко, конечно, но... Тем не менее. Ну это было сложно, ребята. Сколько мне стоило за два испытания нервных клеток, это вообще? То есть я их уже все, я их уже потерял, в одно место положил и все. Огромное, блин, за это спасибо. Еще раз пробуем. Буду много раз пробовать, пока не выиграю, что мне нужно. Хотя бы одну коронку уже выиграл, это уже радует. Одну коронку из 25, а акция заканчивается через день. И с другой стороны, у нас будет продолжение, так что не нужно просто так разочаровываться сразу. Так, подрывник. Хорош. Так, а я это ожидал. Хорош. Хорош. Быстрей, быстрей. Куснул. Крусовчик. Красавчик, коснул, ну молодец. Ну молодцом. А ну-ка не пройдешь. Не пройдешь ты хрен из горы. Так. Чуть-чуть коснет. Чуть-чуть коснет. Дадим возможность. Окей, хорошо. Разрешаем ему на... Ха! Все. Хрен с горы опять же проиграл свой бой. Кот, ну куда вы поскакали-то против него-то? Вы зачем это придурки-то? Я не знаю. Нахрен по нему, против него-то скакать? Вы сосишные борзели-то. Нахрен против него-то скакать? О, все. Все, как обычно, через жопу. Вот что ни говори, все через задницу. Правильно. Правильно против задницы все время. Вот всегда он против... Моя задница реально является просто каким-то отсутствующим... Чё ты там мне пытаешься? О, сравнялись, сравнялись, да, сравня. Так, а ну-ка не выходим, а ну-ка не выходим, а ну-ка не выходим. Чё там пытаешься? Ну-ка пошел вон с моей территории, пошел вон. Коснул я тебя. А ну-ка, Пека, отомсти за мою подружку. Хорош. И только попробуй сейчас меня только тряхнуть. Попробуй только это сделать. Говно, не успел. Жалко. Хорош. Хотел бы попробовать, это уже раз. Так, а ну-ка стоять. Хорошо. Да. Чуть-чуть коцнул. Это не так страшно. Не успел. Ха-ха. Не успел. Куда? Куда пошел? Куда ты поскакал-то? Ну, хрен с горы, куда ты поскакал-то? Я сейчас кому-то... Красава. Красава. Вот и все. Делов-то. Осталось ему только дров наломать. И... Ты че? Говно какое, а?
Ну, принципиально это говно какое. Так, не идти за ним, нет. За ним не идти. Не надо за ним идти. Это будет на его совести. Хорошо. Есть. Все. Хорошо. Вот и все. Победа. Победа. Вот и все. Пока. Лузер. Так, ну-ка, что у нас дальше? Так, здесь потормаживает Clash Royale, не обессудьте. Не знаю, с чем это связано. Но он окей. А, третий уровень забираем. А, хоть здесь... А, можно улучшить? Ну нет, лучше. Ага, ярость. Эпический. Ну хорошо, неплохо. Так, кто у нас там один в сети? А, Эрика, который добавил друзья. Ну ладно, пока против. Пока просто зарабатываем коронки. Ребят, 16 минут. Я только два боя выбил с одной коронкой. Ну это разве нормально? Это нифига не нормально. Это вот надо реально. А ну-ка давайте попробуем нестандартно пройти. А-а-а, сейчас. Жалко. Нет! Хреново начал. Хорош! Хорош дотравил! Хорош дотравил собаку! Хорош! Обманул, обманул, обманул дурака на 4 кулака миньона Гима. Хорошо. Так, очень здорово даже. Очень даже здорово сейчас. Вот свинья, свинья вонючая. Чего ты тут пытаешься сделать? Чего ты тут пытаешься сделать? Чего ты тут пытаешься сделать? Так, я сейчас кому-то... И что такое? Тут что за свиньи пошли, а? Ну-ка, снесли, ну-ка, дай мне дорогу быстрая. Ты все же офигели? Тоже они не имеют. Ну-ка, хорош. Ай-яй! Хотя бы одного трахнул. Нет. Фух. Не дорос пока еще, чтобы башенку сносить. Мне кажется, будет резонно пока поочередно, потому что у нас времени вагон. И если мы сразу приступим... Хорош! Ну-ка. Чего? Стоять? Куда-куда? Ты посмотри! Наглец! Ты пердец какой наглый, а! Чего? Хорош! Вот хорошо! Вот это я понимаю! Вот это я понимаю! Вот это я понимаю! Молодцом! Вот так бы всегда играли! Вот так бы было здорово, а! Было всегда, но интереса-то нет. Но нет интереса в этом. То, что я бомблю, то, что я так хорошо играю, то, что вот все так плохо играет, ра-та-та. А он же понял, что ему победа не достанется. Все три коронки мои. Но это было весьма очевидно. Ну что ж, 11 уровень — это уровень, уровень испытания. Ну, уровень испытания очень хорошо. Подожди, 46 коронок? Так. А вот это сейчас интересно. Ага. Летучка. Ага. Собрание редкостей. Замечательно. Так, нет, пока забирать не будем. Поиграем еще. Вот это я понимаю, вот сейчас хорошо. Вот сейчас я понимаю, здорово. Взяли просто, ну, планку. Все. Дальше с этой планкой работаем. Так, 9 уровень. Мне уже это не нравится. Потому что 9 уровень, он не настолько однозначный. Как я ожидал. Ой, блин! Ай, блин! Нормально, нормально. Нормально. Пусть бьет. Хорош. А вот сейчас стрелами кидаем. Пушка слабая, она от канонады троекратной стрелы реально просто сдохла на месте, реально я вам говорю. Какой вообще смысл вот просто брать? Так, вот единственное, да, вот просто летунья, блин. Куда ты, вот, ну куда ты лезешь, ты мразь такая вонючая? Куда?
Хорош. Хорош. Только попробуй. Красава. Ярость. Хорош. Все. Ах, не успели. Ну, слушайте, по крайней мере, мы пушку снесли с помощью раз. Я, конечно, понимаю, что это чит, но, блин, это прикольный чит. Опять это дракош. Так, давайте ждать дракош, пока она подлетит сюда. Упускаем валькирию. Хорош. Немножко рановато. Потому что не в зону доступа у нас полетел. Ёперный. Хорош. Так, ладно, окей. Здесь дадим возможность немножко отыграться. А вот сейчас пойдем лупить. Кот, это нет! Ну, в смысле? В смысле, в коромысле? Ну, куда вот? Тут куда вот просто? Ну, нет! Блин, ёперный дигатор, блин! Нет! Ты мразь конченая, ты тварь такая бесчувственная! Ты тварь бесчувственная, нахрена просто, ну блин, ну как я так смог просто сгуцлить? Нахрена вот эту вот свою стрелу пустил, свой гриба? Ты куда ты бежишь, ты сраный вонючий говномор? Ну что это за хрень такая, а? Куда ты бежишь, туда-сюда, блин, что тебе не мнется? Ну что ты за придурок-то такой, господи, боже мой? Что ты прям не знаю, вижу в то же время? Каждый раз одно и то же, это же вижу. Быстрее, быстрее, где? Плевать на этих дракош. Они сами виноваты, они потом сами будут получать свое. Все. Хорошо. Куда? Куда ты? Да, все, победа. Ничего не знаю. Ничего я не знаю. Победа и все. Хоть с одной коронкой. Все. Вот так вот. Смотрите, а. Ух, да. Видали медали. Я ж это... Так, открываем тоже. Снимаю левел. Ну, синие пока не нужны, они не до конца развились. Донаты использовать не буду, потому что смысла я в этом не вижу. Есть хотя бы аккаунт, в котором мы за несколько минут смогли с вами... получить 700 гемов. Даже больше 700. Итак. Куда ты медишь? Сейчас я тебя с одного выстрела прям жахну. Сейчас с одного выстрела жахну. Куда? Сейчас. Ха! Сдалась твоя вот эта вот летучая мышунья. Или мышечная летунья. Сдалась это твоя... Аби. Хорош! Красава. Так. Ха! Все. Как тут говно? Оно меня схитрить хотело, ты посмотри-ка. Эти че... Все. Я ничего не знаю, сама виновата, что такое местоположение для себя выбрала. Так, огонь бережем, а вот выпустим, пожалуй, давайте сейчас подкопим чуток и выпустим сразу. Но только не это, но только я начал побеждать, ты посмотри, а. Сразу начинают это, меня шмалять. Ты посмотри сюда, дорогой мой подписчик, посмотри сюда, ну что это такое? Куда? Чего? Ну, сейчас мы... Yes! Сейчас мы... Куда? Ха. Вот, с каждым разом территория все слабеет и слабеет. Я не вижу смысла дальше... Это все... Козел. А решил порушить мои планы. Ну, хрен с тобой, что называется. Куда? Хорош. Ты чего ты там, я не знаю, умеешь-то? Что ты прям, я не знаю.
все. Хана! Это что? Это фигня, он вообще ничего мне не нанес. Ну, вот сейчас я... Ну, слушайте, ребят, при таком, конечно, раскладе, ну, одна звезда — это ничего. Куда? Я сейчас дам. Быстрей! 3 секунды! Осталось 2, 1! Ай, чуть-чуть не хватило. Ну, миллисекунд опоздал. С другой стороны, хотя бы... Уже стабильно одну короночку зарабатываем. Это уже радует. Ну, зараза, реально, с каждым разом все напряженнее и напряженнее. Потому что победа на каждом счету. И это я понимаю прекрасно. А, теперь уже за 10 коронок. О, смотри. Кого выберем? Давайте этого носатого бабаба выберем. Так, и давайте, наверное, до 10 коронок дойдем, а потом следующая, вторая часть будет уже все остальное. Потому что в один ролик пихать — это просто кощунство. 40 минут никто моего рта не выдержит, да я тоже в том числе. Итак, поэтому я думаю, что сейчас мы сразу... Свою бочку, да, убирай свою бочку, хитрожу собачью. Хорош. 12-й левел, ты издеваешься. Вот это ты напердел, сразу ты. Да. Что он там пытается? Все. Пропердел свое место. Но началось. Одно и то же. Нет, стой! Блин. А вот это уже не смешно. Это же реально не смешно. Это говно какое. Так, хорошо, что я не юзнул супер эликсир. Хорошо, что я этого не сделал. Так. Ждем, пока поднакопится. Да что ему остается сделать? Он будет сюда дальше кидать. Так, ну надо хотя бы уже... Тук! Хорош! Ну-ка! Есть. Хорош. Сейчас сдохну. Нет! Хорош. Иди сюда. Сейчас кобзать сейчас будет. Нет! Не умирать. Не дать! Дали. Говно. Но зато... А кто? Вовремя выпустили. Хорошо. Сдох ты сейчас. Отлично. О, блин. Стрелой. Хорошо. Блин! Нет! Нельзя! Ты говно, ты посмотри, как все напряженно. Это нет, пожалуйста, не надо этого. Дай хотя бы ты башенку, ты снизу вроде бы какая. Дай хотя бы башенку, ты снизу разводки. Пожалуйста, дай мне хотя бы башенку, ты снизу. Не знаю, что ты какой-то жадный такой, а? Тристану благородному не хочешь отдать победу, посмотри, а? Ты какой был неблагородный. Тот, нечестно проиграл в бою, тот не считается благородным рыцарем и прочим подобного. Там-то ничего подобного, понятно? Все, понял? Понял меня. Чтоб больше не возвращался в мое королевство, где не встречаются неблагородные люди. Все. Посчитался. Но, ребят, на самом деле, здесь чисто рандом. Здесь что выскакивает, то ты и используешь. Вот нету, чтобы вот было по-твоему, вот то и выбирай. Нету, к сожалению, такой возможности. А так хотелось, а. То есть вот сразу комбинацию хорошую выстроить и прям вот всех врагов пошмалять, что называется, поубивать их фигам собачьим, и все. Будет хорошо. Так, ну что, давайте последний раз попробуем хотя бы на 3 звезды-то. Ну, на 3-то обязательно нам надо, ребят. Ну, это вообще не дело. Так, хорошо. Подкопим, подначим. Блин. Похрен.
Блин. Ах, горюки, ну ладно. Слушай, коснула. Молодцом. Та-дам! Он никак не пролез. Он никак не пролезет. Он никак не пролез, ты сволочь такая. Он не пролез никак, ты посмотри. Вот ты дурак, у тебя кабан жирный, ёкарный бабай. Дай кабану похудеть, чтоб пролезал через такие железяки смрадные, серьезно. Ой, да, слушайте. Каждый раз с каждой каткой испытываешь напряжение. Просто напрягаешься по полной программе. Так, уж с левой стороны начали, давайте левую сторону давайте добивать. Я понимаю, что это глупо, но тем не менее. Так, хорош. Хотя бы хоть чего-то. Стрелы? Нет. Эх, одно мразь мы уничтожили. Так. Куда? Куда б скакал? Сейчас кому-то, блин, по сослугам-то надам. Пошел вон. Да ты слышь? Эх ты говно. Вот ты говно, а. Ах ты говно, ты такое, Диз. Ты такой Диз, говно, реально. Просто нахрена ты так поступаешь со мной, а? Ты какого фига так со мной поступаешь? Ты слышишь, нет, сюда на меня смотри. Ты сюда на меня смотри, зачем ты так поступаешь? Это разве дело? Так поступают люди, ты ненормально совсем. Ты не уважаешь никого. Хорош? Хорош! Втопили, здорово, втопили по-жесткому. Не даем никому. Хорош. Блин. Это не очень хороший день, но тем не менее. Хорош! Блин, просто как классно тут было, как хорошо. Так. Дышим глубже. Тем не менее, это очень жарево, парево. Нет, обхитрил меня, подлюка. Обхитрил меня говно. Говномес меня обхитрил. Ну и сейчас мы его быстренько нахер погоним. Так. Так. 3, 2, 1. Фух. Здорово. Ну, знаете, я никогда не думал, что это будет настолько жестко. Ага, инвентарь равен XP, хорошо. Ага. Ах, нет. Не попадется нам, к сожалению. Так. Давайте последний раз. Хотя бы до десятой коронки дойдем. И будем это все во второй части снимать. Вы же хотите вторую часть увидеть, дорогие друзья-то, да? Что не прохлаждаемся, а напрягаемся. Это куда? Ты посмотри, какой хер ты. Хер с горы ты, а посмотри какой, а. Не, ну хитро придумал на самом деле. Чего ты там придумал? Ты там что придумал-то? Что ты там придумал-то? Хрень ты там полный придумал. Зари, фигачит. Вот это раз, два, все. Конечно. Куда? Ты троллит меня. Меня турки троллят, но это вообще нечестно. На раз-два почти. На раз-два маразматика по душе, да хорошо. Куда? Вот куда тебе нужно? Ты вот куда ты прям поскакал? Ты хрена будь, ты сраная. Так, хорош мне этой надписью троллить. Я знаю, что это хреновая игра, ты специально меня хочешь сбить с толку. Не надо этого делать, я хочу выиграть. Хотя бы дать возможность мне, хотя бы два раза просто. Почему ты так медленно улучшаешься? Ты собака такая. Собака ты бешеная. Замечательно. Я еще никак не мог это... Классно. Нет! Вот теперь-то все. А вот теперь-то все, сейчас бы с тебя... Чего?
Это что за фигня? Это что еще за стиль такой борьбы, а? Это что еще за стиль борьбы такой, а? Вот дебил только, а? Вот дебил-то, а? Ты посмотри-ка. Я раз быстрей. Хорошо. Раз-два, хорошо. Раз-два, хорошо. Замечательно. Хорошо. Ну все, мы 3 звезды заработаем, ребят. Все. По полной втоптали в говно. Хотел меня обхитрить, а перехитрил сам себя. Хорошо. Вот и все. Ну что, дорогие друзья, это была первая часть прохождения Королевской лихорадки. Если сейчас вы хотите узнать, что будет во второй части, смотрите далее. Итак, ну что ж, дорогие друзья, что будет далее? Сейчас мы соберем 2000 золота, это будет хорошо. Ага. И заканчиваем видео, вернее, первой части прохождения Королевской лихорадки.